Отмолит им причистится, Матери всех святых, помилует и спасет нас, всяко благо человека любит. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Послание к римлянам, 10 глава. Греческое слово «слышать» охватывает три понятия – слушать, слушаться и благовествовать, проповедовать. А в русском языке мы отличаем слова «слушать» и «слышать». Когда апостол Павел говорит о вере, то имеет в виду не аудиальное слушание, но слышание, то есть принятие Слова Божия всем своим сердцем. Многие притчи Господь Иисус Христос заканчивает словами «Кто имеет уши слышать, да слышит». Физическая способность слушать не ведет автоматически к качественному слышанию. О разных ступенях слышания Слова Божия рассказывается в притче о сеятеле. Евангелие от Марка 4 глава и от Луки 8. Господь через свое слово, весть Евангелия, обращается к человеку с призывом следовать за ним, веровать в Него. Но люди по-разному воспринимают Его весть. От непринятия Слова до полного доверия и верения себя Богу. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. Такие люди слушают, но не слышат обращения Бога. Похожи на них те, кто хоть временно принимает слово, но может от него отказаться, будучи непостоянным в своем сердце. Третий тип слушания, когда слово принимается, но различные заботы этого мира, служения деньгам, другим страстям, заглушает слово жизни. Оно предается забвению. В других ситуациях Господь говорит, что невозможно служить одновременно Богу и Мамоне. Истинная вера основывается на полном доверии Слову Божию. Только такое слышание приносит плод. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, а иной во 100 крат. Согласно притче, качество слышания зависит от почвы, на которой сеется Слово. Почва – это сердца людей. Сердце может быть окаменелым, в таком случае Слово Божие отвергается человеком на корне. В Евангелии от Луки Господь призывает нас обращать внимание на то, как мы слушаем. Наблюдайте, как вы слушаете. Анализ собственных действий может способствовать возвращению на путь к Богу. На языке Евангелия такое возвращение называется покаянием. Апостол Иоанн, заканчивая написание Евангелия, указывает на цель, для чего он проделал эту работу. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава. Услышать Слово Божие и принять его можно не только через проповедь, общение, личное откровение, но и через чтение. Сердечное слышание не столько зависит от способа, которым человек что-то познал, сколько от способности принять Бога, уверовав в Него всем сердцем. В беседе с Никодимом Иисус говорит, что невозможно определить, откуда исходит обращение Бога. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Слово Божие невозможно заключить в какие-то рамки, например, в правила и традиции. Не существует такого человеческого механизма, который бы приводил к вере. Именно поэтому невозможно насильное, навязанное слышание Слова Божия. Когда Господь говорит, что слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную, речь идет о качественном слушании. Греческий союз «кай» и можно также перевести поэтому соответственно. Таким образом, слышание Слова Божия есть вера в Него, потому что это слышание – принятие и доверие Слову Божию. Не только слышание может быть качественным, но и видение.
духовными очами сердца верующий видит во Христе Бога и веряется Ему. И видящий меня видит пославшего меня. Иоанна 12 глава. Подробнее взаимосвязи, видения и веры рассматривается в главе «Видеть и поверить» данного календаря. Всякое общение Бога с пророками начинались со слов обращения Бога. И сказал Бог. Это Бытие 9 глава, Бытие 17 глава, 3 Царств 3 глава, Иона пророка 4 глава и других. В первой книге Царств описывается, как отрок Самуил мог распознать обращение Божие к нему. Три раза обращался к отроку Господь, но Самуил думал, что его зовет Илия. Причина нераспознания голоса Божия состояла в том, что Самуилу пока еще не было открыто Слово Господне. Чтобы воспринять обращение Божие к себе, необходимо быть способным слышать. Но даже когда человек слышит и распознает голос Творца, у него всегда есть выбор – внять, довериться Богу или отвергнуть Его. О том, что можно иметь глаза, но не видеть реальности, иметь уши, но не слышать, и, следовательно, не верить, сказано не только в Евангелии, но и через пророка Исаию. И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубелось сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, но не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия 6 глава. Это пророчество наполняется еще более глубоким смыслом через Иисуса Христа. Аминь. Храни всех, Господь.